На днях в Гоголь-центре прошла очередная тусовка наших гламурных девушек, юношей и некоторых депутатов от «Справедливой России». Сожрали 35 килограммов икры черной. Это 3 миллиона рублей стоит. Это маленькая закусочка. Ну, человек 10 их собралось там. 3 депутата, 3 актера полуголых, 3 там сына олигархов и так далее. Черная икра, ее вылов даже в научных целях в нашей стране запрещен. Вся икра это нелегальная. Мало этого, эта икра еще контрафактная. Она некачественная, она плохого качества. Ее нельзя употреблять. Потому что контрабандисты, подпольщики, у них нет холодильников. Икра должна немедленно быть закупорена в банках. А если ее вскрыли и бросили где-то, а потом через полгода пытаются продать, она уже отравленная. И третий момент. Деньги, вырученные от продажи черной икры, идут на финансирование банк-формирований в Дагестане и в целом на Кавказе. Таким образом, те, кто ее нелегально покупают, употребляют, тусуются, они фактически участвуют в совершении ряда преступлений. Это, значит, покупка нелегального товара, покупка контрафактного товара, который подлежит только уничтожению, и помогают финансированию террористов в нашей стране. Делать то, что таких депутатов лишать полномочий за участие в соучастие в преступлениях. Ксения Собчак может гулять. Она всю жизнь будет гулять. Я когда-нибудь напишу роман «Гулящая». Толстой Анна Каренина написала. Я напишу «Гулящая». И вот покажу. Сейчас бы покойный отец стал бы, выпорол бы ее, вообще бы загнал бы в дом, чтобы никто ее не видел. Так позорит коммуниста Собчака. Он вовремя вступил в партию. Понял, что конец КПСС. Вступил и вышел. Молодец, маневр хороший. Помешал нам ГКЧП ввести в Петербурге. А сейчас дочь бунтует, бегает по всем тусовкам. И там человек 10-15, Навальный там же. Вот борец с коррупцией. Надо прийти нажраться на халяву. Чтобы, так сказать, 35 килограмм. На один партийный съезд купили прямо у астраханских браконьеров 25 килограммов. Не буду называть партию. Потому что не подсматриваю, как некоторые депутаты «Справедливой России», кто что ест. Все из открытых источников. Это возмутительно, конечно. Но еще более возмутительно –